Псина, или как еще называют Dog Meat, персонаж большинства серий игр Fallout. Но именно Fallout 4 ее сыграла настоящая немецкая овчарка по кличке Ривер, которой вчера не стало. Я очень люблю собак и не мог не записать этот ролик. Псина была незаменимым спутником главного героя, сопровождая его в разных приключениях. В первых частях графика не позволяла понять, какой породы пес, а в Fallout 3 за основу псины взяли австралийскую пастушью собаку. Но уже в Fallout 4 и Fallout Shelter пса сделали немецкой овчаркой. Прототипом стала собака одного из разработчиков. Бёрджес беспокоился, что псина в Fallout 4 может восприниматься игроками как бездушное лохматое оружие, поэтому стремился придать ему живности. Мы хотели, чтобы он был сначала другом, а уже затем союзником в бою. Сперва команда искала профессионально собак, которые прошли специальную дрессировку для кино или полиции. Многие разработчики поступают именно так, но в какой-то момент Ривер начала посещать студию и даже сидела вместе со всеми на совещаниях. Так совпало, что Ривер и псина была одной породой. Однако Ривер приходил в беседу не для съемок или фотосканирования, а просто чтобы поддержать разработчиков и быть хорошим другом. Постепенно команда привыкала к Ривер и стала все чаще предлагать ее как псину. Собака хорошо подходила. Она не только была симпатичной, но и обладала удачным расположением пятен, которые подчеркивали выражение ее мордочки. Кроме того, Ривер была терпеливой и вежливой. Важные достоинства, когда нужно сделать с животными референсы для трехмерной модели анимации. При создании модели внешность Ривер использовали почти без изменений. Единственное отличие только в том, что в игре псина – кобель. Во время записи звуков команда хотела избежать заимствования из готовых пресетов. Они создали комнату, в которой Ривер могла учуять хозяина, но не могла найти его. И записали таким образом звуки, когда псина зовет героя. Во время прогулок с Ривер разработчики заметили, что она бежала впереди, но постоянно останавливалась и оборачивалась, чтобы проверить, где хозяин. Это поведение появилось в игре. Ривер всегда пыталась осчастливить людей, иногда принося им большие предметы. Так у игровой собаки появилась функция поиска предметов. Искусственный интеллект псина построен так, чтобы в первую очередь защитить игрока, даже если сама собака подвергнется опасности, в то же время предоставляя возможность разобраться с врагом самостоятельно. Как говорит Бёрджес, если у вас была немецкая овчарка, вы поймете. Также Ривер получила награду на церемонии World Dog Award за лучшую собаку из видеоигр. Помимо псины, на титул претендовал Чоп из GTA 5 и The Dog из Metal Gear Solid. Псина — это связь. Он делает мир правдоподобнее, всегда находится рядом с вами, ведет вас к семье, предсказывает ваши нужды. Он хочет, чтобы вы были в безопасности, чтобы вы были счастливы. Иными словами, он любит вас. И если после Ривер останется любовь, я спокоен. Покойся с миром, большая девочка.